Атакует новое заболевание и Грузию. Зафиксирован второй случай в стране. Инфицированный приехал из Италии. Михаил Рабакидзе с подробностями. Аэропорт в Кутаиси. Именно сюда прибывают все рейсы из Италии. Пассажиров проверяют на месте, но симптомы коронавируса могут проявиться и позже. В инфекционной больнице уже нет места. Боксы рассчитаны только на 20 пациентов. Остальных, у кого диагноз пока не подтвержден, распределяют на карантин в другие клиники. Всего их по республике 5. У пациентов, которым диагностировали коронавирус, пока осложнений нет. Проводится наблюдение, они находятся под контролем. У них легкая форма заболевания. Минздрав призывает руководителей дать возможность сотрудникам работать дистанционно. Михаил Рубакидзе, Вячеслав Мадашвили, Сомико Кишвили, Мир 24.